В Уктыле проверяют правильность начисления платы за отопление и горячее водоснабжение. В эти дни в городе по поручению главы региона Владимира Уйба работает ИО руководителя стройжилтехнадзора Коми Роман Шашев. Он должен разобраться с каждым обращением, провести оценку правомерности перерасчетов и, если в расчетах есть ошибки, исправить ситуацию. Так в городе уже прошел ряд рабочих совещаний с участием руководителя администрации Уктыла Гульнары Идрисовой. Во встречах принимали участие и представители госжилинспекции по Ухте и Троицко-Печорскому району и управляющих компаний. Вместе они обсудили планы по обеспечению жилых домов и социальных объектов коммунальными услугами надлежащего качества. В частности, заострили внимание на вопросах оказания содействия по составлению заявлений в адрес аквасервиса на перерасчет за качественно предоставленные услуги по горячему водоснабжению и отоплению. Сейчас тепло в квартирах, как отмечает Гульнара Идрисова, соответствует нормативу. Напомним, накануне вечером произошел технический сбой, в результате чего в работе остался лишь один котел. Было зафиксировано снижение нормативной температуры в домах. В течение нескольких часов были проведены аварийные ремонтные работы. Отсекло котел номер 2, потекла кондуктивная трубка, выехали на котельную, посмотрели объем работ, который необходимо было сделать, и как бы риски, какие у нас в связи с этим возникли. В работе остался один котел, 22:59, все ремонтные работы закончили, котел запустили. В течение ночи поднимали отопление до норматива. Вот сегодня, как по состоянию на 13:00, ГВС на подаче 53, на обратке 41, отопление на подаче 78, на обратке 58. Норматив, установленный по температурному режиму на улице -8,9, норматив 72/47. На данный момент по отоплению набрана температура выше норматива. Это как бы сделано специально с тем, чтобы дать возможность прогреться всем домам, чтобы снять в этой части вопросы. В городе работает Роман Анатольевич Шашев, его руководитель службы стройжилтехнадзора по поручению главы республики Коми Владимира Викторовича Уйба. В связи с поступающими от жителей обращениями на выставленные счета с завышенными суммами. Соответствующие меры будут приняты. С участием Романа Шашева были сделаны замеры температуры горячей воды в квартирах, проанализированы квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг. По результатам проверки выявлены повышенные размеры платы по 4 многоквартирным домам. По результатам предварительной оценки выставленных счетов будут приняты меры. При наличии ошибок гражданам будет сделан перерасчет. Пристальное внимание будет и к ремонту сетей в городе. Об этом заявил глава. Сейчас проводится анализ структуры собственников объектов ЖКХ и инженерных сетей в Уктыле. Это нужно для того, чтобы выявить проблемные места в цепочке обеспечения потребителей теплом и горячей водой, что позволит принять оптимальные решения для качественного улучшения ситуации с теплоснабжением города и обеспечением граждан горячей водой. Подчеркну, что этим летом будет уделено особое внимание ремонту городских тепловых сетей в Уктыле. Напомним, ранее в Уктыле выявлено несоответствие предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в этот отопительный сезон. Прокуратура Коми уже провела проверку, поводом для нее стали обращения местных жителей. И в итоге следственными органами было возбуждено уголовное дело.